одно из классических, рецептов есть рецепт царя Соломона. Помните, что у него было на кольце? И это пройдет. То есть надо набраться терпения и понимать, что вот то, что сегодня тебе кажется смертельным, значит, потом на каком-то расстоянии ты уже будешь понимать, что ну, можно и перетерпеть такое. Поэтому вот, когда очень тяжело, нужно просто проявлять терпение. Терпение, что и это пройдет, и это пройдет. Не надо торопиться в каких-то вот таких критических ситуациях. Не надо принимать скоропалительных решений, особенно когда это касается, допустим, чего-то серьезного там, в семье. Всегда надо оставлять какой-то, так сказать, шанс на второе решение.